Добрый вечер, дорогие подписчики. Вот я вышла на поле показать вам сорт Кристин голландской селекции. Это не Кристин, это бомбезный сорт. Во-первых, вот посмотрите, какая у него листва. Сейчас я вот на карачках. Вот, грядочка идет. Сейчас покажу урожайность этого сорта. Просто суперская урожайность. Вот. Это идет Кристин. Где он там? Вот. Кристин. Голландская селекция. Вы посмотрите на вот эти вот. Это вот что? Что такое вот? Посмотрите, какая ягода. Вот она. Вот. Сейчас коробок достану. Так. Вот спичный коробок и вот Кристин. Посмотрите, какой он. Вот еще сейчас сорву. Вот. Вот. Очень сладкий, вообще ароматный, бесподобная ягода. Вот она. Уже усики, сорт средне-ранний. Посмотрите на него. Тут просто листья такие, они мешают. Вообще, по-хорошему, вот эти листья, вот, надо убирать, чтобы они не затеняли. Лишнее не нужно. Оставляем листа 4 сверху. И все, до свидос. Нам нужно, чтобы ягода поспела. Так, вот она. Везде усы, усы, усы. Борода, усы. Так, где вот он, красавчик наш? Вот он. Яблоки прям. Так, следующий. Вот он. Посмотрите, у него как костянки вдавлены. Ногти мои безобразные, маникюр. Так, вот. Ну-ка. Во! Вот она какая. Вот, это наш Кристин, вкусняшинский, обалденный сорт. Ну-ка, дальше пройдем, я вам покажу. Ягоды, вон, крупные-крупные, сладкие-сладкие. Урожайность, да тут все просто-напросто, все в ягодах. Тут места нету живого. Ой, тяжело на карачках ползать. Так, вот он. Вот он. Вот эта посадка неправильная. В том году наросли вот сюда усики. И с этих усиков вот тут лес, в котором любят жить вот такие вот вонючки, слизни. Кроме этих слизней, там кого только нету. Вот это нельзя, вот такая густота. Полянки вот эти дебильные нельзя выращивать. Так, что там еще? Вот. Где там? Вот. Это все идет сорт Кристин. Сорт очень урожайный. Не передает камера, телефон. Так, вот еще вот ягодка какая. Смотрите, видите? Вот. Ух ты. Мусорку. Так. Сорт просто обалденный. Вы посмотрите, что он творит. Вы посмотрите, что здесь происходит. Вы посмотрите. Так. Тут просто-напросто все усыпано. Так, где он дальше? Вот. Вот. Вот, также с той стороны. Вот. Ягода, яблоко. Просто яблоко. Так, где там дальше? Камера схочет, ёшкин-матрёшкин. Так, просто все усыпано. Вот. А вот смотрите, какая ягодка. Ее тут мало того, что сожрали. Вот. Еще она запеклась на солнышке. Видите, какая? Это кирдык. Мусорку. То есть урожайность у этого сорта обалденная. Вкусовые качества. Вообще я люблю больше всего вот этих голландцев. По мне они самые-самые вкусные. Вот, посмотрите. Вот это сорт Кристин голландской селекции. Ну вот куда такая, куда годятся такие ягоды? Цвет такой. Не бордовый, не красный.
а приближенно такой немножечко кораллового цвета. Вот, вот это Кристин. Вкусняшка. Урожай. Вот сижу здесь, посмотрите, урожай какой. Усы уже вот, розетки вовсю пускают. Шикарнейший сорт. Попробуем? Ребята, обалдеть. Вкусная-вкусная. Сладкая-сладкая. Это сорт Кристин. Он на самом деле сладкий. Сейчас я вам покажу. А вон там, смотрите. Там у нас что там? А что там? Там у нас Вегера. Вот этот Вегера и Кристин. Их привезли с этого, с Днепропетровска. Сейчас покажу следующий сорт. Вот здесь у нас трава, алкашня. Время нет убирать эту траву. Вот здесь пошли мои рядочки. Так, сейчас. Вон наш столб, который будет устанавливаться. Видео камеры. Вот здесь наша сетка, которую всю вырезали ночью. Вот мои грядочки. Все в траве. Трава вообще, трава, трава, трава. Каждая грядочка идет, каждый сорт. Ну, идем дальше. Давайте я вам покажу сорт Максим. Фу, коробок забыла на той грядке. Покажу сейчас Максим. Ну, это вообще Максим. Это не Максим. Это Максимище. Убить такой ягоды можно. Во!